Так, ну что ж, всем привет. Сегодня вторник, 28 ноября. Я, в общем, что-то хочу. Хотел или хочу, не знаю. Надо было это делать все с самого утра. Как проснулся, а не как вот это вот. Уже сколько? Ну, без 4 минут 2 солнце село. Сегодня такая погодка, в принципе, выдалась. С утра было прям так хорошо, безоблачно. И подумал я себе, выйду кое-что, проверну и все в одном видео сделаю. Но, а давай посидишь, а давай за компьютером там поиграешь. Ну, пожалуйста, 2 часа посидел. Значит, такая вот погодка сейчас. Ну, снега такого, как такового, нету, в принципе. Все потаяло, где-то, наверное, сейчас, может, плюс 1, может, 0 градусов. И я решил проехаться на грибной канал. Взял сумку с собой, натолкал всего. В общем, хочу что-нибудь поготовить. Приготовить, перекусить, съесть. В общем, еду на свое место. Ну, как обычно. На вот то, где я там палатку ставил. Блин, ну вот. Все, аккумулятор забыл запасной взять. Все. Как сейчас снимать буду, я не знаю. Сейчас прохладно, сейчас все сядет. И все. В общем, ладно. Буду, наверное, экономить батарею. А там уже на месте где-то включить что-то, подсниму. Ну, посмотрим. Я не уверен. Мне нужно костер вообще-то распалить. И как я буду сейчас его палить? Ну, как бы я взял прибомбасину одну. Ну, не знаю, не уверен. Посмотрим, в общем. Попробуем. Не получится, так не получится. Ну, еще хотел, конечно же, подвести небольшие итоги. Ну, что, ноябрь, в принципе, еще декабрь, и все. Год закончился. Ну, как бы подвести немножко свой велопробег. Что я где ездил, а где не ездил. Ну, посмотрим. Тут грязно. И там вообще жесть, по-моему, еще. Едем, в общем.
Ух, ничего себе, тут образовалась такая. Думаю, было видно с левой стороны, ямка такая. И как видите, дорога такая широкая стала. А все потому, что стали тут на машинах ездить. И я это не приветствую вообще. Пришли тут, начали прорубывать дорогу. Не, ну зачем? Ну, блин, ну, въезжайте там, оставляйте, езди, оставить машину, пройдитесь по лесу. Нет, надо въехать туда по самые, оставить там свой бензин, свое масло, все эти следы. Ух ты. Ну, тут симпатично, конечно. Так что такие вот дела. Ничего себе. Далеко они. Ну а смысл туда ехать, ну, я не понимаю. Вам надо это, рыбалка, вот, пожалуйста, слева, справа места есть. Не, надо заехать. Помимо всякой дичи, происходящей в стране, типа как войны то там, то здесь, то еще где-то. Да, погодка тоже решила устроить, видимо, такой, показать, что, наверное, вы завязываете, а то накроем вас. Шторм такой. Ну, у нас как бы такого не было, ничего серьезного, но там в Крыму ветер 130 километров в час, это жесть, 9-метровые волны, представьте себе, там людей затопило, первые этажи вообще, там Севастополь и там Сочи, там вообще жестко просто. Говорят, что такой шторм, ну, как бы серьезный был еще, черт знает сколько лет назад. В общем, такое вот происходит в мире, в общем, разная дичь. Что ж, поскорее бы это все закончилось. Ух, да поехать путешествовать куда-нибудь, ну, я не знаю. Хотелось бы. Так, поэтому сегодня я еду прокатиться в маленькое, я не знаю, как это, велопоход выходного дня или что-то типа того. Думал, сейчас вход не найду, но зелени нету, легче ориентироваться, конечно. О, а я такой еду и смотрю, ух ты, грибочек, посмотрите. Я очень, это гриб, да? Я в них вообще не разбираюсь, умерзлый. Ой, пахнет как хорошо. На вид вроде съедобный. А может и нет. Да, палок тут, конечно, хоть отбавляй. И вроде как, я думаю, они должны гореть. Все не так уже плохо, довольно таки симпатично. Вот велик стоит, красота. А тут прям все как я и оставлял, бревнышки. Отлично.
немножко. Будут ли они гореть? Вот в чем вопрос. Так, ну что ж, попробуем взять вот таких вот веточек. Да, они сырые, конечно, но посмотрим. Что у меня совсем маловато тут такого мелкого. Наверное, все спалил. Так, ну. Даже не знаю. Даже не знаю, что из этого получится. Они мокрые. Мокрые листья, мокрые, все мокрое, кора мокрая. Вот как сейчас это сделать, как вы думаете? Фух. Как это все запалить? Это тоже все мокрое. Вот это вообще не горит. Это какие-то... Это мелкие палки, но они все мокрые. Жесть. Не знаю. Нет. А я, кстати, бумагу не взял. Ну ладно. Сейчас, может, что-то придумается. Так, ну что ж, попробуем соединить вот это. Здесь еще немножко газа есть, потому что я заправлял вот этим вот баллоном свой тот туристический баллон. Я такую штуку купил. Ну попробуем, как оно вообще. Никогда не пользовался. Так. Ух ты! Пошел газ, как говорится. Ну попробуем. Что ж могу сказать, немножко побегав туда-сюда, накидав палочек, веточек, пособирав, еще немножко газку подав, и как видите, костер прекрасно горит. Да, можно распалить таким методом. Это, кстати, очень надо на заметку взять. Вот, ну что ж, дальше буду раскладываться и объяснять, зачем я вообще сюда приехал. Вот. Так, ну что ж, с собой я сегодня взял, значит, такие вот, покажу, значит, привез с собой 2021 год. Это туристический хавчик,
Ага, значит, суп гороховый со свининой и паста с грибами. Вот такой вот. Ну, и еще взял с собой. Не, навряд ли это буду делать. Гречка вот в таких вот пакетиках, я уже как-то ее показывал, рассказывал. Но главное, значит, интересно, что произошло за это время. Значит, тут ужиты до 24.06.22. Ну, уже просроченная как год, там я не буду высчитывать, но год точно есть. Ну, попробуем. Значит, нужно будет залить кипятком. Кипяток у нас будет Fire Maple кипятиться. Так что давайте кипятить. Ну, пока вода кипятится, я думаю, она уже скоро закипятится. Слишком близко возле костра сел, надеюсь, ничего не пропалю себе. Ой, хорошо возле костерчика, если бы еще стульчик был, вообще прекрасно было. Ну, так что ж, хочу сказать. Значит, в этом году я накатал, кстати, где-то около 4500 километров, что очень даже ничего. И я так подумал, где же я ездил, что я столько накатал? Ну, в принципе, неплохо тогда. У меня было в этом году, я где-то там, начиная с весны и заканчивая уже осенью, значит, ездил 10 соток. Это было 10 соток. Да, 10 соток. Это 100 километров. 10 раз я проехал. Но в течение, ну, там, 7 где-то, за 7 месяцев. Вот. Где-то в месяц я проезжал. Ну, там работа, все дела, наверное, где-то, ну, два-три раза у меня удавалось. В основном старался два раза. Ну что ж, водичка закипела. Я думаю, можно выключать. И будем сейчас пробовать заливать вот это все дело. У меня, конечно, есть большие сомнения по всему этому поводу. Ну, как бы, понимаете, просрочка есть просрочка. Но очень интересно, как оно... Или как вы думаете, что опаснее, те грибы или просрочка? Ух ты! Запах класс! Выглядит потрясающе! Просто замечательно! Теперь, конечно же, нужно залить правильно все это дело. Ух ты! Да здесь грибы! Как говорится, на глаз налил, на глаз. Это термопакет, его я так и оставлю. Будет стоять, надо засечь время, 16.12. Теперь гороховый суп. Я вообще люблю гороховый суп, не знаю, как вы. Я все люблю. Не знаю, как вы.
Так, давай, давай, открывайся, вода же, вода. Это что ж такое? Ну, конечно, с гороховым супом шутки плохи. Выглядит прекрасно. Нет никаких посторонних запахов, ну, таких, которые бы намекали на то, что, чувак, просрочка, не ешь. Выглядит как какой-то порошок. Пошло бурлить. Да, на море мы как-то с напарником что-то ели, кажется, такое, не помню, что мы там уже ели, но так скажу, чтобы было это, надо пачки две. Так, перемешаю это все, потому что в прошлый раз тогда я не перемешивал это все. Поналивал здесь. Или это пакет дырявый, что? Что ж, 16.14. Оставляем это вот здесь. Да, я думаю, вот они, пакетики. Ну, сколько я там, не знаю. Я засеку. Я, в общем, засеку. Присел на секунду буквально, ну, пока я крутился с этими пакетиками, то есть я такой раз смотрю на костер, а костра уже и нету, пришлось подкидывать снова дрова, практически все вкинул сюда. Как быстро, так они сгорели, они мокрые, но тут очень будет такое впечатление, что мокрые дрова горят быстрее, чем сухие. Это невероятно просто. Фух. Это просто... Не хватает просто, не знаю, ни рук, ни времени. Все так быстро происходит. Костер сгорает. Так, ну время еще не пришло. Ой, это грязный шампур, такой кошмар. Что-то я его не помыл. Хотя бы одну сосиску, что ли, блин. А как же костер без сосисок? Как-то так. Кирпичи грязные, руки грязные, все кошмар. Так, ну что ж, осталось только поставить воду, она уже закипела. Сейчас кофе и все. Пакеты с едой. Так, 15 минут уже прошло, даже 20. Сейчас будем пробовать. А вот и кофеек подошел. Самый простой. Короче... Первое, второе, третье и вот сосиски. Сегодня прям праздник на природе. Класс! Обалденно! Так, ну кофе я поставлю возле костра и примемся за суп. Так, берем ложку и что тут у нас? Давайте гороховый суп. Ух ты! Гороховый суп реально
горячий. Да, близко возле костра. Ух, посмотрим. Какой наваристый. И густой. Обалдеть. Ну, суп. Суп как суп. Ух, горячий. И тут сидишь возле костра. Все горячо. Да, пришлось. Фух. Сейчас еще наемся горячего. Я как раз сегодня целый день практически не ел ничего. А, значит так, по поводу супа вот этого вот, что сейчас хочу сказать. То, что я вижу, и то, что он пахнет очень обалденно, как суп, вот там написано, да? Суп гороховый со свининой. Класс. Горячий, правда, надо было его, ну, прострочка, говорите, ну, не знаю. Конечно, я еще приеду домой, и там будет видно, может, слягу. Но я шучу, конечно. Я думаю, что нет, потому что на вкус бомба. Ой, ну, бомба по привычке, конечно. В наше время слово бомба неуместное, так сказать, но ассоциируется уже немножко с другим. А, горячая, зараза. Давайте его оставим в сторонке. Я бы еще соли туда подкинул. Наверное, воды немного больше налил. Так, посмотрим, что суп. Не, суп классный. И, наверное, минут 20 он уже стоит где-то. Так, макароны. Ух ты. Макароны. Да. Тут, наверное, тоже надо было их перемешать. Слушайте, запах. Хороший запах. Грибы и приправа, и воды немного налил практически. Вода где-то на самом дне. Ну вот, четенько налил. Можно было чуть-чуть меньше. Сейчас постараюсь вам показать, я надеюсь. Видно? О! Как можно такое не есть? Обалденно! О. Так, ну что ж, будем знать, что просрочка не просрочка, а... Ну, сейчас я попробую. Что могу сказать? На вкус обычная, ну вот, лапша с грибами. Надо было перемешать все-таки ее сразу, потому что соль где-то вот она внизу осталась, видимо. Ой, обалдеть. Вот я ее сейчас перемешал. Соль внизу была, да. Я перемешал, но я сегодня точно наемся. Нету никакого такого вкуса, как вот, знаете, старая еда такая вот, которая уже там залежалась. И вообще, ни единого намека, отлично. Так что, 2001, это был 2001 август. Я где-то не в августе, а... июль, где-то в этих месяцах я покупал вот это вот, и, значит, прошло уже, ну, полтора года где-то прошло, грубо говоря, два. До 22-го нужно вжить и съесть. Конец 2023-го, значит, год просрочено было уже все. Но, как видите, отлично. Обалдеть просто. Так, сейчас съем суп. Тут у меня кофе, сосиски. В общем, фух. Значит, практически утрамбовал я эту пачку супа. Классный суп. Но я уже наелся, честно говоря. Что-то я думал, я и так приехал, ну, я не ел ничего практически. Голодный. 3 часа вечера было, чи дня, чи вечера. Сколько сейчас времени, сейчас не скажу. Вот. Но мне кажется, я погорчился, когда сказал, что нужно 2 таких пачки, чтобы наесться. Но
я не могу столько есть, меня столько не помещается. А вот одна пачка, в принципе, поместится. Но я не знаю, как я сейчас буду эти макароны есть. А, возле костра, класс. Тепло, угли красивые такие и еда. Одну сосиску я туда кинул, помял ее и вообще обалдеть. Красота, какие угли, обалденно. Даже не думал, что сегодня получится вот такое вот. Потому что, как всегда, опаздывал, да, уже и вечереет, темнеет. Ну и, короче, сижу я такой у костра и думаю, к интернету, что ли, подключиться? Ну, давайте попробуем. Кнопочка. Смотрите. Заблымала, замигала. Я думаю, что вы, наверное, в недоумении, зачем я с собой взял роутер. И, короче, чувак, ты грибов наелся с этим, с лапшой. Грибочки, короче, дали свое. Вот. Но нет. Конечно же, я прикалываюсь и шучу. А роутер, ну, это должно было быть стать одним из того, что я хотел сделать в эту прекрасную солнечную погоду. Но оставим это до следующего видео. Пусть это будет такой маленькой интригой. Хотя там ничего такого нету. Но вот просто хотелось проверить. И интернета здесь не будет. Это вам не Starlink. Прикинь, смотри, мигает. Wi-Fi раздается. Смотрите, чуваки, реально. Давайте посмотрим. Попробуем подключиться. Так, оно пишет. Оно хочет подключиться к камере, но нет. А вот он и наш... Ой, куда? Какие пароли? А вот и наш 10 килобит интернет. Оно просит, оно еще и пароль просит. Ничего себе. Интересно. Ну, сейчас введем пароль. Так. Подключиться. А, подключить, смотрите, я подключил. Вот это дичь, да? Чувак наелся грибов с вермишелью и сошел с ума, подключился к интернету в лесу. Конечно же, тут нету интернета. Так, ну, сам факт остается фактом. Вот такое. Осталось выпить только вот это вот кофе. Возле костерчика хорошо, класс. О, кофе уже теплое. С пеплом. Интересный вкус. Ничего себе. Это обычная мак-кофе, приправленная дымом и пеплом костра. Обалдеть. Я еще такого не пил. Но я как бы оставлял кружку возле костра, но она так не коптилась, как в этот раз, потому что это все очень долго происходило. И стояла очень долго. Ну, конечно, она остыла, но такое теплое, тепленькое. Ё-моё, ну вкус какой-то просто невероятный, обалденный. Как будто бы я пью как супер-мега-крутой кофе. Не, я еще такого не пробовал. Фу. Обалдеть, класс. Так, ну ладно, по-быстренькому так скажу, что я там говорил, да, я проехал 4500 километров. Я подумал, что где же я столько накатал, потому что у меня было 10-100 километровок. И я потом... Ну, 10-100 километровок, это 1000 километров. Ну, там плюс-минус, там не минус, а скорее плюс, там где-то, может, 1200 я накатал, да? Из этих 4500 отнимем 1200, и там получится, ну, явно, вот эта вот цифра примерно в 3 там с чем-то тысячи километров еще остается. Я такой подумал, а где же я эти 3000 километров взял? Не поверите, но я накатал их, ездя просто на работу, каждый день на велике. Самой весны... И до вот этого вот дня. Ну, вот это был снег, вот это такая погода, я уже не ездил. Первый раз поехал на троллейбусе за последние, там, не знаю, 8-9 месяцев, наверное. Вот, так что накатал я неплохо. Прикольно было. Интересный опыт, да, вот этих 100-километровок.
там я колесо пробивал в дороге, и водой его наполнял, и накачивал это все. И, в общем, было прикольно, офигенно. Этот год я прокатил, ну, обычно где-то 3-3,5 тысячи километров у меня получается. Этот, благодаря вот этим 10-100-километровкам, ну, что еще делать? Получилось вот такое вот. Так что я считаю, что я неплохо так накатал. Ух ты, угольки, класс. Кинул сырые палки, вот они практически уже все не горят. Хорошо, как возле костра, тепло. Прям не хочется уходить. А еще надо посуду собирать, вот это все. И кофе допить надо. Вот, так что такие вот дела в этом году. Уходящий, ну, еще месяц остался, да, еще даже там с копейками. Но я уже, в принципе, кататься так, в зависимости от погоды. Вот что, на этом все, буду, наверное, заканчивать. Может быть, еще что-нибудь подсниму, когда буду выезжать. Но я, блин, фонарик не взял, думал, что успею. Ну, уже все темно, уже нечего снимать, только вон костер и кружка. Так, надо просушить немножко посуду. Я там видно хоть что-нибудь. Ставим на пламя, чуть-чуть нагреваем ее. И тут идет пар. О, начинает издавать звуки какие-то странные. Словно какая-то турбина. Чуть-чуть. Так, что хочу по поводу... Не делай такие смешные звуки. Зараза. Что хочу сказать по поводу вот этого газа, который был в этом баллоне. Я его перелил сюда. Хреновый газ, честно говоря. Он даже не загорается. В общем, все, я собрался. Надеюсь, что я ничего не забыл. Может быть, будет видно белый снег местами. Еще не растаял. Ой, что я не туда пошел. Ух, ветка в бок прямо. Я думаю, снежок будет видно, но я не совсем уверен, что я правильно иду. Как-нибудь выйду. Фух, надеюсь, будет видно. Не сильно яркий дисплей. Сейчас немножко поменьше сделаю. Включил Страву, в общем, накалякало мне что-то такое вообще. Я вообще здесь не был. Хана. Я забыл на паузу, надо было поставить. Теперь вот такая дичь какая-то. Просто неимоверная. Боже ж, блин. Так, ну что ж, я думаю, на этом я сел и поехал. На этом можно заканчивать видео, потому что снимать ничего не видно вообще. Как я мог взять и не взять фонарик, не понимаю вообще. Я думал, что да, сейчас там сколько там, ну там, 2 часика туда, раз. Сколько времени вообще? 16:36, то есть 16:30, вот, 4 часа уже темно. А я в два выехал где-то. Такие вот дела, блин. Ну, мне-то, конечно, тут видно, куда я еду. А камере вообще ничего не видно. Да, классно, в общем, все это получилось сегодня. Забыл сказать. Может, еще в следующем видео упомяну. Если оно будет. Когда там, не знаю. Будет ли оно в этом году. Если будет хорошая солнечная погода, не холодная, то я произведу свой эксперимент небольшой, маленький. Ну и там, может, упомяну. Ну а так, конечно же, я заметил, что число подписчиков на моем канале немножко выросло. Там что-то 500 с копейками даже. Вот, и, конечно же, это замечательно. Не может не радовать. Я не знаю, кто эти люди, которые подписываются. На какую тематику они рассчитывают, что их
подвигло подписаться. Если вы смотрите это, досмотрели до этого, до вот этого вот момента, то было бы неплохо, чтобы вы отписались. Ой, отписались. Вот это я сказал, ну, отписались. В смысле, написали комментарий. Зачем вы подписались на мой канал? Ой, ну я шучу, конечно. Вот. Это, конечно, очень интересно. Так. Да. Покушал прям вот хорошо. Даже там повеселело так. Вермишель с грибами, конечно. Интернет тоже подключался. Вот. Фух. Ну, на этом моменте, думаю, наверное, все. Буду заканчивать данное видео. Что ж, надеюсь, что мы в этом году еще увидимся. Может быть, что-то подсниму. А на этом все. Всем пока. До следующих видео.